Художники из разных стран продолжают разрисовывать фасады в Новой Трехгорке. К международному арт-фестивалю Urban Morphogenesis присоединился один из самых знаменитых художников Испании – Акуда. Уличным искусством занимается с 1997 года. Сначала разрисовывал фасады заброшенных домов и объекты на старых железных дорогах. После получения профильного образования начал украшать здания и в других странах. Москва похожа на многие столицы мира, но при этом отличается от других городов России. Так же, как Нью-Йорк и Майами отличаются от других городов США. Поэтому мне нравится работать в различных столицах. Творчество Акуды ни с кем не спутаешь. В его работах сочетаются яркие цвета и геометрические линии. В абстрактное изображение всегда вкладывается глубокий смысл. Сам мастер свой стиль работы называет поп-сюрреализмом. Когда я смешиваю несколько форм искусства, я стараюсь поместить в свое творчество как прошлые моменты, так и современные отметки. Это как игра с настоящим и будущим, понимаете? Пытаюсь рассказать о мультикультурализме в своих работах. Акуда трудится не один. В его команде всегда как минимум 4 помощника. Вот и сейчас некоторые из них помогают художнику воплотить идею в Новой Трехгорке. Это мой первый день здесь, но я уже могу сказать, что мне очень нравится этот район и эти произведения искусства, которые создают художники сейчас. Это мой 4-й визит в Россию, в Москву в том числе. Первый раз я приехал сюда в 2014-м. В прошлом году тоже был здесь. О будущем изображении на фасаде здания в Трехгорке Акуда говорит неохотно. Перед началом работы зарисовывает эскиз, но импровизации уделяет большое значение. Первые штрихи уже сделаны. Через некоторое время одинцовцы с гордостью могут говорить о том, что дом номер 23 на улице Кутузовской расписал один из самых знаменитых уличных художников в мире. Мария Шматкова, Дарья Чеботарева, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».